Ну что, Елочка, ты готова звонить адвокату? Опять ты вся в лесе. Ну ладно, сама вытрешься. Мурлок, ты здесь не остаешься. Ты будешь на кухне следить за отоплением, за геккончиками. Вот, мы все подготовили к отъезду. Газетки. Открывается, там вот водичка стоит уже у елки, первая какашечка. Да, сова? Надо, наверное, вот эту штучку вот так вот положить. Она это, конечно, все сдует своими крылами. Да? В общем, кровать у нас зафиксирована вот так. Сюда это, чтобы есть крысоник. А котик. Котик уберется. Компьютер запущен, чтобы елка могла стримить. Ты же будешь стримить? Да, молодец. Ёль будет стримить, она обещает. Вот. За окном у нас сейчас минус 20. Обещают потепление. Ну, кого это волнует? Вот здесь у нас вот так. Ёлкины игрушки, бублики. Все лежит. Блинцу надо положить. Вкусняшечек. Она пока сладко спит, потому что сейчас 5 утра. Вот. Все будет хорошо. С плюшек загоним. Если они еще сами сюда не залезли. Не, с плюшки где-то ходят. Ну ладно, у плюшек здесь лежит. Их еще покормят. Еще у них целая миска с тараканами. И вот все вот это вот. Бабочки тут ходят везде. В общем, такой у них. Хороший будет выходные. Где-то они там пикают. Сплюши. Вы где пикаете? Ага. Давай. Не-не-не, ты туда заходи сам. Так, раз. А тут кто-то, я слышала. У-у-у, темно. Ладно, это я так найду, сейчас загоню. А, вот тут пикает. Пик. Где ты пикаешь? Еще раз пикни. Я не вижу. А, вот оно. Уходи. Давай, давай дальше. Все, сплюшек. Так, ну а ты-то... Ну все, беготня начинается, я выключаю. Страшно. Ты же в космос летишь, да? В космос летишь, сейчас какой-нибудь лось из космоса как прилетит. Слушай, тут херово. Ты в такую погоду вообще просто. Котик рад очень, очень рад, да. Мурлочек. Скучал. Вот кто скучал, да, никакая не сова. Мурлок. Скажи, выпил всю воду, съел всю весь корм. Никто не идет и не идет. Пролежал все бока. Все, мне надо идти сов проверять. Ой-ой. А совы тут все шишки раскидали. Ну и как у вас тут дела? А? Шишки. Сплюшки. Вижу одну. И вижу вторую. Они сажали, кажется, всех. Елочки, Юй, ты чё спряталась? Это я. Ну, ты почти всех куколок съела. Чунечка, здравствуй, маленький. Чунчунчик. Все съел? Ты голодный? Ну, ты купался, скажи. Ты голодный. Ну, ничего. Сейчас мы будем всех кормить. Ты к елке прям хочешь?
А шишки в корзинку собрать, они прям вот. А то мы сейчас по ним ходить будем. Тут все теперь засыпано еловыми семенами. Ну что, пойдем смотреть, что тут произошло. Здравствуй, Гува. Как твои дела? Ага. Ну ладно, сначала выпустим Мурлока. Угу. Привет. Мурлок, иди. Идешь? Все. Мурлок хотел гулять. Привет, угу. Как твое ничего? А? Угу. Так, тут надо им включить, пусть греются. А зачем ты вот это вот уронила-то, а, Ёль? Все, все уроняла. Лежала же, никому ничего не мешала. Вот ты достать решила, да? Так, а линейка тебе зачем нужна была? Линейка у нас вот здесь лежала. Она достала только нее. Так, карты памяти, вертлюжки. Ты гулять хотела собраться, что ли? Угува. Ух. Ну и побоище. Медведю, кажется, доставалось. Не, ну на самом деле мы все видели, что здесь было. И на самом деле, на удивление, все чисто. То есть вот стул закакан, но это как обычно, тут специальная тряпочка. Специальная тряпочка покрывается закакана. Шкуру елка таскала туда-сюда. Она лежать вот здесь должна. Что тут еще? У кого-то перышко выпало. Хорошая. Да, Ёль? Чего ты не готовишь? Прыгай, я тебя выпущу тоже. Достаточно здесь прохладно. Блинец, как у тебя дела? Ты все съела и покакала. Молодец. У всех все хорошо. Вода. Сколько осталось? Ну, воды осталось. И даже тряпочки высохли. Олени. Тюлени. Эти тряпочки я клала вокруг мисочки, чтобы елка, ну, если прольет, впиталась, так она их бросила в воду, и они... Она впиталась. Вот. Газетку это, наверное, Егор скомкал. Здесь все хорошо. Ой, слушайте, прям вот все хорошо. Она всех игрушек сюда принесла, достала. Так как на кровати вот это вот медведь в углу, акула в углу, тюлень в углу. Это на самом деле, ну, прекрасно, потому что... Ёль, ты прям хозяюшка. Да, спасибо тебе большое. Мне сейчас даже ничего убирать не придется. Ну что, собирайся, иди гулять. Давай. Пойдешь? Угува. Да-да-да. Как твои дела? Прекрасно. Дайте мне поесть и уходите снова. Да? Угу. Там Мурлок еще не возвращается. Там тепло сейчас на улице, Ёль. Тепло и хорошо. Вот. Я устала. Я на самолете летела, между прочим. Да, летела на самолете первый раз в жизни. Не считая малой авиации, вот то, что Дима нас летом покатал. А так на пассажирском я летела впервые. Мне было очень-очень страшно, потому что... Я 15 лет работаю в аэропорту и до сих пор не понимаю, как эти хреновины летают по небу. Для меня это какая-то магия. Если бы я летела на сове, было бы не так страшно. Но, в общем, полет прошел отлично. Самолет был очень маленький. Но сел он просто вообще... Я даже не поняла, как это когда произошло. Но все хорошо. За 2 часа мы долетели из аэропорта Хибины в аэропорт Шереметьево. Угу, Ёль. И, по-моему, из Шереметьево до Планерной я ехала чуть ли не дольше. Там так долго автобус идет, да, там пробки эти МКАДные и химкинские. Блин, ужас. Вот. В общем, в 6 часов мы вылетели и в 10. Сейчас 10, да, я дома. Да?
То есть 2 часа на полет и получается 2 часа добраться до дома. Ну, короче, как обычно. Между О-о-о! прочим, вот все говорят, что так долго, почему вы в Домодедово работаете, вы в Шереметьево же ближе, по времени не ближе. То есть территориально он ближе, но и добираться туда и обратно там по времени сильно не отличается именно вот из-за этих диких пробок. Угува. Угу. В общем, елка мне все угу скопленные за 3-4 дня вот высказала и просто довольна. Давай, на улицу-то нет? Ладно, как захочешь, скажи. Я хочу водички пойти попить. Гулять? Давай, тебя сейчас выпустим. Да. Так, свинку мы туда положим. Сейчас. Наши с тобой... Ой, что это я сделала? Нет. Вернитесь. Вот так, там Мурлок уже ждет. Сейчас. Угу. Не знаю, что там видно так. Но мы с тобой попробуем. Шагни назад, пожалуйста. Ты пойдешь гулять и не будешь смотреть, как я буду искать твои запасы крысанек у меня под подушкой, да? Там котик у тебя носится. Готова? Иди. Ура! Ёль гуляет. А там минус один. Угу. Тебе нравится? Угу. Как погода-то? Вообще шикарно, да? Надо успеть нагуляться, пока все не потекло. А, сугробы. Скажи, не прикольно. Да? Угу. Ладно, я закрываю окошко. И начинаю приборочку. Вообще надо проверить. И вправду. Есть тут что вкусное. Я подозреваю, что оно может быть. А может и нет. Может все съели. Не, нету. По крайней мере, не видно. Никаких заначечек не оставили. Ладно, отлично. О, я вижу какое-то перо. А это что, интересно? Ого! Из хвоста. Ёлка начала линять хвостом. Ничего себе, и всего лишь только один кусь успела сделать. Надо на камеру будет посмотреть, когда. Никто мне не говорил, что у нее перо выпало. Вот. Красота. Надо следить за остальным хвостом. Она еще вот под батарею любит складывать вкусное. Но там вроде нет ничего. Тюлень. Квадратлень. Все. Прекрасно. Все хорошо. Мурлок. Котик. Чисто. Сова недовольного, да?